Дорогие любители футбола, приглашаю вас в удивительный мир российской премьер-лиги. Здесь состоялся перенесенный 21-й тур. Гости одержали 5 побед, забито 18 голов, что составило 2,25 мяча за игру. Предлагаю узнать все результаты, расписание следующей игровой недели и таблицу. Оренбург-Динамо 1-2. Отметим очередной гол Константина Тюкавина. На его счету 12 забитых мячей. Нападающий проводит лучший сезон в карьере. Прошлый его рекорд – 8 голов. Нижний Новгород-Локомотив 2-3. Полузащитник – хозяев поля. Уроженец Москвы. Николай Калинский забил дважды. Гости нашли себе силы и отыгрались после 0-2. На 92-й минуте отметился Миранчук, а на 96-й – Сильянов. Нижний Новгород уступает в 5-м туре кряду. Зенит и Рубин 0-2. Наверху таблицы появляется интрига. Зенит подпускает к себе Краснодар на расстояние 1 очка. Удивительно то, что у питерца в сезоне уже 5 поражений и 3 из них на родном стадионе. Краснодар-Балтика 3-2. По дублю записали Кордоба и Козлов. А вратарь Быков Матвей Сафонов отдал в матче голевую передачу. Напомню, в первом круге был также крупный счет 2-2. Переходим теперь к матчам четверга. Урал-Ростов 0-1. Бразилец Роналдо забил третий гол за ростовчан в апреле. Команда Карпина выиграла все 3 выездные игры после возобновления чемпионата. Факел Крылья Советов 0-1. Единственный мяч в игре на счету 22-летнего аргентинца Франко Ороско. Факел проигрывает 4-й тур подряд, забив за этот период всего лишь один мяч в ворота Акинфеева. Ахмат Сочи 1-0. Садулаев принес победу хозяевам поля на 30-й минуте. Ахмат одержал вторую победу кряду и поднялся из зоны переходных матчей, а Сочи занимает там последнюю ступеньку. ЦСКА «Спартак» 0-0. Удивительный результат. Последний раз клубы играли в нулевую ничью 21 год назад в далеком 2003 году. Отметим, что до 80-й минуты не было ни единого удара в рамку ворот. А сейчас расписание 26-го тура. 28 апреля сыграют следующие пары. Ахмат Нижний Новгород, Спартак Локомотив, Динамо Зенит, Балтика ЦСКА. Какие нас ждут матчи 29 апреля? Крылья Советов Краснодар, Рубин Урал, Сочи Факел и Ростов Оренбург. Бомбардиры и ассистенты. Кассиера «Зенит» забил 16 мячей, Глушенков «Локомотив» отдал уже 9 передач, у Тюкавина из «Динамо» 7 передач. Таблица. «Зенит» 50 очков. У Краснодара на одно меньше. «Динамо» имеет 44, «Локомотив» 41. Крылья Советов и «Спартак» набрали по 39, у ЦСКА 38, а Ростов поднимается на 8 место 37. У Рубина 36, у Нижнего Новгорода 28. Ахмат, Факел и Оренбург имеют по 26. Зона переходных матчей и зона вылета. Урал 24. Балтика 23, Сочи 19 очков. Больше интересных новостей и прогнозов на спорт в телеграм-канале Beton Mobile, амбассадором которого я являюсь. Услышимся на спортивном!